Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Тур. Мы сегодня с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием Цирдаун, дорогие друзья. Сегодня мы с вами продолжаем уничтожать все, что у нас есть в этой игре, потому что, как вы знаете, в этой игре я, ну, преимущественно и делаю, да, как бы, что все рушу, потому что это реально балдеж. О, нифига себе, я угадал, в каком... Э, этом, в каком гараже была тачка, ладно, тут не в одном, все-таки в нескольких, но это, кстати, прикольно, можно делать, знаете, такую эту, а открытие гаражей, Типа выбирать тачки случайным образом. Помните, раньше такая была модная тема. Короче, вот. Ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал. Сегодня у нас карта, которая называется The Soviet Yard Alpha. Короче, советский дворик, СССР, все дела. Вот так вот оно все здесь выглядит. Не знаю, какие года, какие года могут быть. я думаю, что по автомобилям можно как-то понять. Если вы шарите, то примерно напишите, какой это может быть год. Может, мне кажется, какие-нибудь типа 80-е. О, нифига себе, АК. АК, балдеж. Ну вот такая, АК, да, как бы вроде АК, но вроде не совсем АК, но в целом как будто бы АК. Так, ну-ка здесь ничего нет. Короче, вот такой вот дворик здесь, смотрите. Причем, да, здесь даже не везде асфальт еще положили. Здесь вот какая-то грязевая такая дорожечка. Гравичка, дорожечка. Куча гаражей, кстати, реально огромное количество. Голос пропадает куда-то, блин. Там, видимо, железная дорога у нас какая-то. Здесь тоже гаражи, блин. Слушайте, гаражи на, гаража... на гаражах, блин, гаражи гаражами погоняют. Ёперный театр, очень много гаражей, реально. Очень много гаражей, не знаю, с чем это связано. Но здесь прям, возможно, это какая-то окраина типа города. Как бы такие, может быть, даже последние дома, знаете, вот прям на окраине. Поэтому здесь гаражи, вот. Можно зайти как бы в подъезд. Ух ты. А, видимо, нельзя. Ну, нельзя так нельзя. Ладно, видимо, в, это, в эту парадную войти нельзя. Давайте в это тогда войдем. Возможно, здесь можно. Так, я не понял нахрен, что происходит. Какого хрена я не могу зайти сюда? Что это за подстава? Друзья, дорогие, уважаемые, это типа дом вафленый, может вот этот вот этот дом типа нормальный сюда можно зайти? А, ну да, блин, там, по-моему, ну, я так понял, его просто поставил. А почему то Ну непонятно, ладно, его просто решили сделать там. А, наверное, просто если бы два дома были вот с интерьерами, потому что офигеть, здесь даже свет включается. Я думаю, что если бы два дома, наверное, было с интерьерами, они бы, ну, очень-очень лагала бы карта. А так смотрите. Офигеть, можно воду включить. Офигеть! Вот это балдеж! Может даже душ, наверное, взять. Ну-ка. Ну слушайте, блин, вот такой проработки, я не помню. Прям, смотрите, реально, прям со советская квартирка, балдеж. Маленькая кухонька, включаем свет. Блин, супер маленький такой вот коридорчик, прихожая. Достаточно маленькая комната, причем она проходная, да, здесь есть еще одна комната. То есть, ну, это как бы типа гостиная вот такая, да. Здесь сидишь, пианино, конечно же, имеется. А, телевизор, на котором профилактика, блин. Да, и вот здесь комната как бы спальня. А, здесь что-то еще есть. А, ну и кладовочка. Блин, слушайте, ну балдеж, ковер, все как надо. Слушайте, вот именно внутреннее убранство, скажем так, выглядит прям, ну, великолепно, блин, балдеж, да. Так, другая квартирка. Если там, получается, у нас двушечка здесь у нас, как бы тоже, смотрите, такая прихожая. То есть ты зашел такой, охренел от того, что все, все это самое. Ну, тут, кстати, о, это вообще однушка, походу, да? То есть здесь как бы все то же самое. Такая же кухня маленькая. Блин, нифига себе, кафель как настоящий, посмотрите. О, офигеть, смотрите, я сломал кафель за кафелем. Какая-то, ну, несущая конструк конструкция, которую хрен сломаешь, как бы, да? А эта стена, ну-ка, тоже хрен сломаешь. Я вообще стены со стенами не могу чил. Короче, тут однушечка, да, тут однушечка. Ну, а третья квартира на это же, соответственно, вот видите, неудобно. Если одновременно открывать дверь, то хрен ты там выйдешь потом. Так, Здесь немножко по-другому уже все выглядит, да, здесь, ну-ка, что у нас здесь находится? Uh, здесь туалет, здесь кухонька, ну, тоже небольшая, так, сюда идем, а, тоже однушка, блин, ну, слабовато, слабовато, то есть, одна двушка и две однушки на этаж, а, интересно, вот тут сейчас одинаково, о, здесь четыре уже квартиры, кстати, то есть, там было три, а, здесь тоже четыре квартиры, бенельные, а, вот слепопендрик, так, ну-ка, здесь туалет, правильно, ну, да, Туалет, кухня, о, слушайте, а вот тут побольше, раз комната, вот тут уже прям отдельные комнаты, два комнаты, тоже двушка, но вот эта двушка посимпатичнее выглядит, посимпатичнее, конечно. Так, ну и вопрос, одинаковый ли интерьер в квартирах, ну-ка, нет, слушайте, тут все по-другому, да, все, все, тут по-другому же, да, там же было по-другому, ну-ка, на кухню зайдем. Ну, тут, тут, сложно сказать. Ну, подождите. Ну, по-моему, да. Ну-ка, давайте сейчас сразу зайдем на третьем этаже. Бенс. Бенс, я сказал. Бенс, блин. Ёперный театр, открой, га... Открой дверь! Офигеть, ни хрена себе. Опа, зашел. Да, смотрите, здесь вообще вот так вот все. Здесь все вообще по-другому. Блин, вот это, конечно, чел постарался. Даже висюльки какие-то появятся. Но кухни у всех одинаковые. К слову, кухни у всех почему-то одинаковые. Даже радио есть какой-то. Короче, Убегаем отсюда. У -у -у Пэм. Что прикольного на этой карте, друзья? Вы меня спросите. 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 Смотрите. Бен, сделаем вот так вот. Сейчас. Стреляем. А так просто не это, да? Блин, надо что-то помощнее взять. Гранатомет давайте, блин, нахрен. Вот. Здесь, короче... Блин. Многослойный дом. По... Ух ты, подвал есть. Ничего себе. Короче, дом должен быть... Офигеть, подвал, смотрите. Прикольно по подвалу можно походить. Короче, дом должен быть типа многослойный, пом поняли? Короче, ну я надеюсь, что вы поняли. Давайте до да, этого дом попробуем, может быть, не знаю, может они что-то отличаются. А, это вообще типа, это вообще фейк дом, это full фейк дом. А, это типа, это вообще ничто. Это типа он тут для красоты. Вот да, все-таки дом вот этот работает. Понял, принял. Понял, принял, обработал, блин, нахрен. Так, не видно, да? Здесь все равно, блин, как-то. Может так? Должно быть видно. Но я почему-то не вижу, ребят. На скриншот. А, во, 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 видно вот. Я понял, ну-ка. Я покажу вам. Ну-ка. Во, блин, смотрите, как вот это прикольно выглядит. То есть это прям как реальные плиты, которые вот так вот сделаны. И тут тоже как бы, да, красиво. А вот здесь, я так понял, мы можем зайти, получается, в подвал. Офигеть, блин, ну круто. Круто. Да ёперный театр. Круто, блин. По подвалу походить. Какие-то Непонятные штуки. Здесь можно. Это похоже на какую-то тюрьму, да? Это подвальная тюрьма, блин, нахрен. А да, какого хрена вообще? Ребят, напишите в комментариях, что это такое, почему здесь как будто бы там были какие-то клетки, которых можно вот. Вот что это такое? В которых можно кого-то посадить. но это жестко. Блин, интересно. Интересно, все-таки можно на крышу, да, подняться, видимо. Так, где-то здесь должно быть. Ой-ой-ой, это кто? Испугал меня, как какая-то -какая нарисованная рожа. А вот, дверь. Меня зовут Турба, я захожу. Да ёперный театр, ну откройся, дядя. Офигеть, блин, ну сделано очень качественно, согласитесь. Так, на последнем этаже везде одинаковые двери у квартир. А, это не, не сделанный этаж, я понял. А, здесь тоже не сделанный этаж. А, здесь, по, ну здесь одна квартирка сделана, кстати. Почему-то. Ну ладно, в общем, вот так вот, друзья. Давайте что-нибудь взорвем. Взорвем, да, прям жестким, жестким кулибром. Так, Nuclear Strike, ну-ка. Не, подождите. Бенс, нахрен. Вот это, я понимаю, взрывец, друзья. Вот это взрывец. Взрывец солидный. Взрывец, что надо. Даже тачка немножко расфоршмачилась. Офигеть. Но ну, взрыв, слушайте, очень мощный. Ну вот сейчас точно видно вот эти вот, да? Блин, классно сделано, как, как эти плиты выглядят. Посмотрите. Просто красота. И, и, вот здесь тоже видно, что несколько слоев. Блин, ну классно, классно. Сделано прям, сделано прям супер атмосферно. В общем, вот так вот, друзья. Вот такая серия. Надеюсь, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вдруг еще не подписаны, ставьте большие пальцы вверх, пишите свои комментарии. Это новая серия по замечательной игре под названием Тердаун. Не заставит себя долго. Еперный театр. Долго ждать. Да-да-да, всем пока.